Всем привет, дорогие друзья, и вот мы наконец-то в Стрей сможем таки попасть в канализацию. Уху, ура! Здравствуйте, черепашки-ниндзя. Итак, Момо готов, да? Я так понимаю, давайте мы с ним поговорим. Момо ждет... А, подожди, это не Момо? Бензу, Момо ждет тебя на своей лодке, ты можешь отправиться к нему, но сделал ли ты здесь все, что хотел? Потому что я закрою за тобой дверь, не хочу, чтобы зурки проникли внутрь. Я не знаю, сделал ли я здесь все, что хотел, потому что вот этому чуваку мы так и не нашли еще одни ноты. Где их найти, я не знаю. И, собственно, не пошло бы оно лесом все, как говорится. Ну, вот, ну, не сложилось. Ну, не судьба. Вот, ну, вот так вот, вот бывает, вот так вот. Ладненько. Короче, давайте мы пойдем. Воспоминания я тоже одно где-то провафлил. Скорее всего, я его провафлил на башне. Ну, и не важно. Давай, закрывай за мной дверь. Вырла. Быстро он это сделал. А вдруг котик передумал бы? Так. Что-то у меня тут подгрузки. Подгрузки — это хорошо. Нет, это нехорошо. Блин, красиво. Здравствуй, Момо. Так, изучить здесь, скорее всего, ничего нельзя. Потом мы с ним поговорим. Давайте сначала осмотримся немножко. Вот, на кучу мусора, по-моему, можно было спрыгнуть. Или мне показалось. Блин. Похоже, здесь ничего нельзя мне найти, да? Только хлама компьютерного. Может, у них тут есть новая видюха? Я бы взял. А, что-то написано. Лебоут Монде. Мне кажется, я начинаю ругаться матом. Поэтому лучше не буду ничего такого больше произносить. Так. Ну, погнали, что ли? Момо, не могу поверить. Док, ты его нашел и заполучил дефлюксор с Балтазар. Теперь мы сможем тебя спасти. Вперед. Сначала надо его еще отыскать, да? Забалтазар. Блин, ну что за имя, а? Господи. У меня с этим именем ассоциируется только Бальтазар из сериала эти... Блин, звали-то... Три сестры. Господи, как... Зачарованные, во, вспомнил, господи. Как давно это было. И вот там был демон Бальтазар. А, еще был... Бальтазар был в этом... В... сериале... Нет, не в сериале, в фильме «Константин». Полудемон. Пока тихо. Это радует. Момо что-то там напевает себе под нос. Видимо, вспоминает, что когда-то он был... Вернее, его хозяин был гондольером. Кстати, прикольный рассказ «Гондольеры». У Стивена Кинга советую почитать. Прям уже такой ужас действительно наворачивает. Момо, не хочешь открыть? Или это опять бедный котик должен сделать?
Смотрите, что это такое. Это необычные яйца. Это что-то... Что-то круче. Это крутые яйца. Как вам мои шутки за 300? Блин, ну реально, смотрите, это какая-то... Мне кажется, там сейчас ксеноморф вылезет, не иначе. Такая биомасса. Или, может быть, не знаю, зерги вылезут, или вылезут некроморфы из Dead Space, прохождение которого есть на канале. Так-то. Там реклама. Так. Где, куда? Огнетушитель. Можно я воспользуюсь? Может быть, зурки не любят пену. Черт, оно лопается, ядрить. Вы прикиньте, я сейчас реально дернулся. Меня это реально немножко пугануло. Давай, бомби. А если... А, нет, так не работает это. Побежали, 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 побежали. Ай-яй-яй, альт-альт-альт-альт-альт. Вот так это делается. Да блин, я же альт нажал. О, вернее, я же это... Их поджег. Так какого лешего? Момо, ты меня подберешь, надеюсь? Благодарствую. Вообще, я поражаюсь возможностям этого котика. Мне кажется, он все-таки какое-то это... генно-модифицированное существо, выращенное людьми. Сейчас прям чистый инсайт, вспоминаю игрушку, которая тоже есть на канале, кстати. Тоже вот эти вот огромные какие-то помещения заводские, половину затопленные. Не, не достает. Не, не достает. Какая махина, блин, построена, конечно, это капец. Возможно, это был какой-то водо... Да не, на водосборник это не тянет. Не водохранилище, скорее всего, да, обычная канализация. Но такая здоровенная. И сейчас такой огромный зурк вылезает из двери. Нет? Давай, что хочешь сказать нам, Момо? Вся эта старая техника вышла из строя. Думаю, открыть можно только вручную. Надеюсь, ты не предложишь это сделать котику, потому что у него лапки. У меня лапки. Мне так некоторые знакомые говорят, у меня лапки. И это чертовски мило. Ага, ты предлагаешь... Почему я не удивлен? Что опять должен кот все это делать? Уф, я не смогу пойти с тобой, но... Я не перестану искать выход. С Балтазар и Клементина, когда найдешь их, расскажи им, каким храбрым я был. В смысле, ты помереть, что ли, собрался, Момо? Погоди. Рано, мы за тобой вернемся, гарантирую. Зуб даю.
Чертов Dead Space. Хотя нет, это знаете на что похоже? На финальную миссию в Mass Effect 3. Когда мы попадаем на цитадель. Вот эту в комнату с трупами. Вообще все это тянет на какой-нибудь рассказ фонда SCP. Прыгай. Какая синяя комната по сравнению с предыдущими. Так. Мне вот это не нравится. Но они вроде не лопаются, когда я от них достаточно далеко. Интересно, а там что-то есть? Не догонишь, не поймаешь, не догонишь, не поймаешь. Умри. Да блин, как близко к ним надо подойти. Черт, перегрелся. Но теперь хотя бы мы знаем, как это выглядит. Ага, тут какой-то есть проход, кстати. Который привел меня к воспоминанию. Канализационная система. Да, теперь я вспомнил. Чистой воды было мало. Снабжение города осуществлялось с помощью огромных машин, копавших глубоко в землю. Как и все остальные, ее берегли. Как и все остальное. Чтобы помочь людям во время засухи. Ученые показали мне схему резервуаров для воды. Они огромные, могут вместить в себя целое здание. О, надо же, смотрите-ка, мы не пропустили никаких воспоминаний. То есть не зря сюда пошли. Надеюсь, остальные не взорвались. Под шумок-то. Угу. Вижу зурков, но... По-моему, им... Все равно на меня. Так, а я вот тут их до них достану уже.
Блин, не достает. Так и хочется сказать. Ночной дозор, всем выйти из сумрака. Так, а если я чуть-чуть пробегусь вперед, они... О, как. Здесь, оказывается, есть безопасный проход. Блин, эта синяя лампа меня просто ослепляет, вообще капец. Опа-ца. Что же я сделал? О, блин. Давай, давай. А, они, видимо, там за дверью стояли. А я не обратил внимания, не смотрел на нее. Чёрт. Чёрт. Ну, давай еще раз. Пошёл нафиг. Ух ты! Крабики, 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 пошли. Пошли нафиг. Все, да? Ну, я так понимаю, здесь каких-то секретных проходов нет. Так что можно отсюда, в принципе, драпать. Да. Атмосферно, конечно, очень прям все это выглядит так красиво. Пугающе. Прям здорово сделали. Кажется, тут ничего нет, давайте пошли. Пошлем дальше. Пойдем. Не пошлем, пойдем. Опа, крабики. Странно, что это он остановился. Япона, мать. А это еще что такое? Оно земки закрыли свои. Ёлки, оно... Я так понимаю, что оно не должно нас видеть? Такое вообще? Как от тебя спрятаться? Ага, понял, это их, типа, главный. Ну, ослепить тварь нельзя, значит, надо ее как-то пробежать по-быренькому. Да? О, нет. Ой, нет, и туда я тоже не хочу. Не, глаза не реагируют вообще никак. Поэтому побежали. Альт, 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 альт. И... Жгитесь, твари, жгитесь, жгитесь. Он вызывает-то не так уж и много их, но вот еще вот эти яйца рядом сильно мешают.
Так, избавился. Оп, слишком близко. А, я понял, он... Эти глаза, они... То есть я прохожу сколько-то, и они начинают снова активничать. То есть у них не период, а как-то они... Блин, ну вообще, что это такое? Что это такое могло... Что люди могли такое придумать, чтобы такая хрень вам... Это реально какой-то некроморф. Ну, блин, Dead Space... Скоммуниздина у Dead Space. Только там я видел нечто похожее. Кстати, а у котика, мне кажется, он вес сбавляет, нет? Может быть, поэтому он должен пить, там, сптамину восстанавливает как-то? Водный баланс. Да блин. Так, глазики, кстати, спят. А почему? А и те спят, да? Или они периодически открываются, закрываются? Сейчас как разом все откроют глаза, вот это будет, конечно, номер. Оп-оп-оп-оп-оп, нет, не сюда, а куда? А сюда, наверное. Да? А вот и сохранялочка. Так. Нам нужно, видимо, с двух сторон его открыть, да? Да. Черт, они проснулись. Они проснулись. Так, Зурки, а вы сможете пройти за мной по вот этой штуке? А, нет, не смогли. Лох. Оп, прыжок. Нетушки, не дождетесь. А скорее взорветесь. Черт, 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 черт. Они меня увидели. Но это не сильно страшно. А нет, это плохо. Это плохо. Ух ты, это очень плохо. Это капец как плохо. Ницергут, ницергут. Ну давай. Просыпайся. Там, глазятки пока меня типа палить не хотят, ладно. Ай-яй-яй-яй. Лезь, лезь, лезь. С меня. Чертов зурк. Так, вон я должен на ту бочку запрыгнуть, да? Проклятые зурги, а? Все.
Блин, и тут глаза, да что такое? Они везде. Кстати, вижу стрелочку. Это, видимо, оставил кто-то из друзей Момо. Японский бог. Ну, судя по тому, что так много глаз, это, видимо, да, японцы придумали. Видимо, это босс. Сейчас робот тоже охренеет, по-моему. Так. Это нехорошо. Котика сожру сейчас. Перегрелся. Ну что ж, паркур. Блин, беги, быстрее. Ты так медленно бежишь-то. Так, что-то я... Это я уронил, что ли, или что? А, нет, это... Так, мне не сюда. Вот сюда. Черт, их как грязи. Так, развилка. Не люблю развилки. Не люблю развилки. Отвалите от меня, черти. Давай, 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 давай. Есть. Еще бы, знаете, как это в Шреке, короче, он шляпу свою уронил, вернулся бы за шляпой. Смотрите-ка, я прошел с первого раза. Это диво. B12, очнись. О, молодец. Было темно, я был один, было ощущение, что я снова в сети. Но ты спас меня, спасибо тебе, друг. Расход такого количества энергии был тяжелым испытанием для моего ядра. Теперь дефлюксор полностью уничтожен, мы должны быть осторожны. Ах ты тварь. Я, значит, его берег, а ты его сломал. А, взломай систему вентиляции. Так, погоди, нет. Взламывать пока ничего не будем. Мне кажется, вот это вот существо, которое мы видели, вот эту многоглазку, нужно назвать разумом Роя. Уж очень похож. Очень похож, во-первых, на монстра из Little Nightmare второй части, который тоже есть на канале. Вот. А еще очень похож на Dead Space-овского монстра Разум Роя. Ну, правда, у Разума Роя там не было столько глаз. Но сама вот эта биомасса. О. Специально для зургов оставили проход. Клементина? Надеюсь, что это Клементина. Блин, они неплохо устроились. Смотрите-ка, это... Это же, по-моему, настоящее небо. Это же это, мы все, мы в аутсайде. Да? Нет, это был один какой-то. Путешественник из канализации. Мы давно не видели никого из вас. Это ты связался с нами ранее, маленький аутсайдер? Аутсайдер с Балтазар ждет тебя. Он медитирует на вершине поселка. Блин, прикольно. Нет, это еще не аутсайд, но уже где-то близко. Учитывая, сколько здесь деревьев. Рабовейник.
как человейник, как муравейник, но рабовейник. Блин, просто игра, ребят, шикарна. Вот в плане дизайна вообще очень классно. И мне кажется, идея здесь будет неплохая в итоге. Она уже, в принципе, сеттинг неплохой. Это машина. Ученый, которому я помогал, использовал одну из них. Да, кстати, стояла такая. Он был болен. Это была его последняя надежда. Он вошел в машину. Капсула гиперсна. Или криосна, неважно. Но меня с ним не было. Он был один. Что он делал? Он загрузил себя в компьютер, и потом все стало по-другому. А, то есть это не капсула гиберсна, это как порт в матрице. Но при загрузке что-то пошло не так, он застрял на 100 лет, пока не появился маленький кот. Так ты и есть этот ученый, да, B12? Это был я. Я был тем ученым. Я был человеком. А, возможно, моя догадка о том, что раньше все эти роботы тоже были людьми, действительно правдива. Но не знаю, посмотрим. Просто роботы помнят людей, и они им сильно подражают. Вопрос, они вот им подражают, или они просто вспоминают то, что они раньше делали? Вопрос. Дай мне минуту. Нашли важные воспоминания, то есть мы прошли половину игры как минимум. Наверное, даже побольше. Ты кто? Прости, я... Дай мне минуту, мне сейчас не до разговоров. А, то есть он наш переводчик, но он пока не может ни с кем разговаривать, потому что... Осознание должно прийти. Простите, я не знал. Ой, блин. Классно. Мне нравится. Ладно, я вру, я знал, что так будет, просто. Мне захотелось попробовать, действительно ли получится. Что это такое? Взять фиолетовое растение? Я не могу взять фиолетовое растение пока что. Но надо запомнить, что его надо взять. Вот, видимо, Забалтазар сидит и медитирует напротив телевизора. Может быть, ты с Балтазаров? Нет. Я вообще надеялся здесь найти какое-нибудь еще воспоминание, но нет. Блин, но монстряка, конечно, шикарный, шикарный. Прям, ну, реально стрёмно. Все, очухался. Что еще я забыл? У меня же должны были быть родители, друзья. Что с ними стало? Я хотел открыть город, но остался ли хоть кто-то, кого можно спасти? Так, может быть, ты Забалтазар? Да блин. Ух ты. Он к себе там что-то подключил. Что это?
с Балтазар. Эй, разве ты не знаешь, что сеанс трансцендентной медитации прерывать нельзя? О, это ты. Ты был с Момо, когда мы получили тот звонок ранее. Рад наконец-то познакомиться с тобой, маленький аутсайдер. Ты знаешь Момо и Дока, так что ты уже знаком с нами, аутсайдерами. Я скучаю по ним. Память о них приносит мне умиротворение. Момо остался в трущобах. Я слышал, ты помог найти Дока, а Клементина... Она сейчас в Мидтауне. Если ты все еще хочешь увидеть аутсайд, именно она может тебя туда отвезти. Видимо, у нее был план, как выбраться из города. Вот, возьми, я написал ее адрес на обороте фотографии. Так, а кто из них Клементина? Наверное, та, которая побольше, с паломником на голове. Чтобы попасть в Мидтаун, надо подняться на самый верх нашего маленького поселка. Для такого ловкого, как ты, это пустяк. Если у тебя получится добраться до аутсайда, ты станешь первооткрывателем. Я бы пожелал тебе удачи, но она тебе не нужна. Я верю в тебя. Понятно, то есть с Балтазара ушел в мистицизм. Но каждый нашел себя, это хорошо. Извини, что отключился раньше. Я человек, возможно, последний в мире. Смотри, что от меня осталось. Я так много всего вспомнил, но как много я забыл. Клементина, вдруг если мы найдем ее, то сможем восстановить мои воспоминания и помочь тебе вернуться домой. Мы можем вернуться вниз и расспросить компаньонов или отправиться дальше в Мидтаун. Давайте поговорим с компаньонами. Вот с этими вот. Александр. Успокаивающий звук падающего мусора, блестящие водопады и никаких опасностей. Блаженное место, чтобы поработать над стихами. Вот послушай. О, могучий бетон, в своем чреве меня укрывший, будешь ли ты могилой меня погубившей? Думаешь, это слишком торжественно? Да не, нормально. Для робота, который пишет стихи, это даже очень неплохо. Так, кто тут у нас чилит? Айзек Азимов, видимо. Электрические зурки и везде. Это все, что он нам сказал, к сожалению. Кто у нас тут-то затесался? Кунделич. Или Кунделич, не знаю. О, привет. Как давно к нам никто не заглядывал. Ну, кроме этих проклятых зурков, конечно. Представь, что бы было, если бы мы могли использовать их энергию. Пусть бегали бы в колесе. Эх, такие возможности пропадают. Билай. Мне кажется, это реклама сейчас внутренняя. Смотрите, он даже желтенький. Желтенький с черным. Билайт. Когда я вырасту, я хочу быть таким же значимым, как тетя Клементина. Или как сотовая вышка. Я хотел стать исследователем, как она, но взрослые запретили нам покидать рабовейник. Слушайте, а может рабовейник означает заповедник для роботов? Кстати, больше похоже на правду. Зачем вот эти цветы нужно собирать? Мне кто-нибудь подскажет? Давай, скажи что-нибудь умное. B12. Но? Нет. Он посчитал, что это недостойно каких-либо комментариев. Возможно, нам нужно подарить это Клементине?
Мэй. А ты знал, что у белой краски более 900 оттенков? Я работаю над созданием своего оттенка краски, только никому не говори. Назову ее мусорно-коричневый. Оттенок белого мусорно-коричневый. Ну, удачи. Source. У Мэй сейчас период деконструктивизма. Это она так говорит. А, Мэй это женщина. Уверен, что она станет великой художницей. Если бы только она могла практиковаться где-нибудь в другом месте. Это что такое? Надеюсь, я не порчу очередной шедевр от Мэй. Мамуч. Обожаю запах свежей краски. Он напоминает мне о... погоди. Я не могу чувствовать запахи, как грустно. О, смотрите, он даже посинел. И хнык-ныг делает. Так, кто у нас здесь? Мари. Хм, по статистике я должен выигрывать как минимум 8 раз. Но 9536 выигранных игр против 6 проигранных. Вообще-то я запрограммирован на победу в этой игре, только никому не говори. Я знал, что с этими ребятами что-то не так. Ну, в принципе, все. Давайте. Сделаем это. Мы отправимся в Мидтаун. Или отправимся в Мидтаун в следующей серии. Да, наверное, в следующей серии мы отправимся в Мидтаун. Потому что уже 40 минут, как идет видео, это слишком много. Вот. Так что все, всем пока, всем хорошего настроения. Медитируйте как с Балтазар, и вам будет счастье. Всего хорошего.